Кажется, что для большинства жителей области праздник Севера – это особенное событие, связанное с самыми веселыми и необычными воспоминаниями с детства и непременно очаровательным колоритом национальных видов спорта. О том, так ли это, мы спросили у мурманчан. Нормальный праздник, все такое нормально. Ну, положительно. Все-таки здесь вырос, всегда хожу на него, смотрю. Я даже не знаю о нем. Очень положительно. Пойдете в этом году? Нет, не пойду. Почему? Удобнее на диване смотреть, как соревнуются другие. Честно говоря, даже не слышал о том, что будет праздник Севера, да. Я только с моря вернулся, как бы. Потрясающие эмоции. Все хорошо, все супер, все нравится. Как-то неожиданно. Вот, и я очень рад, что как бы люди тоже относятся к этому празднику. Видно, что у них хорошее настроение, какие-то тоже эмоциональные порывы видно.